אבא, תן לנו לב פתוח לקבל דבריך. המסר שלי היום מיוחסים של ישוע המשיח. ואני מבקש לפתוח ספר או בשורת מתי. я хочу, чтобы мы все открыли первую главу книги Матфея. Мы начнем с первого, с первого стиха. Я хочу сказать, что когда мы сейчас читаем Евангелие, мы смотрим на вид человека из этой <Евангелия> назе. Мы смотрим взглядом э, нашего современного человека. И тану, мовини, и многие из нас даже не представляют, что было 2000 лет тому Эйзи назад. Ле Какие ожидания были у людей там? Какой был образ жизни? <говорит> 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 Шел теория, шел Дарвин, на А мы изучающие теорию Дарвина и все, что нам вкладывали в голову, некоторые думают, что люди вначале были приматами. Что <существует> Это все глупости. А нахну, нахну Я думаю, что сегодня мы более примитивные. Приматы. Приматы. А ты видимо Знаешь, что такое приматы? Паршанут мотхила да? Сразу толкование работает. караба решена. И что произошло в первом веке? А ты лилмод. Откуда мы можем это изучать? Есть три, четыре, пять источников. Это, это Новый Завет. Это Мишна. Это Мишна. Талмуд. Часть Талмуда. Это рассказы Иосифа Флавия. И Памфилуса. И Памфилуса.

Shone, akshav, даже иудаизм был намного uh, отличался намного больше от того что мы видим сейчас если заходим в синагогу точно lo тогда они не кипы не одевали кипа кипу начали одевать примерно 400 лет назад no, like, может быть больше аваль

Поэтому написано, что Слово Божье оно живо и действенно, оно как меч, который заходит внутрь и производит работу. Uh, you know, uh, раньше было намного больше, чем четыре uh, благовествования. Но воле Святого Духа в Танахе у нас записано четыре и uh, в стороне стоит Евангелие от Иоанна. И С немножко другим взглядом, чем три остальных uh, благовестия. Uh, Маркус, ве Лукас, А Евангелие от Марка и Луки во многих деталях и Матфея тоже во многих деталях схожи. Веешь нашим, что умрим. И есть люди, которые говорят, что эти евангелия поддерживаются документом. Каким документом? Называется документ Q. Ба яванит, и хотя эти Евангелия были написаны на греческом, есть мале хибраизм. и там очень много ибраизма. Что такое ибраизм? Когда берут оригинальную фразу на иврите или на арамейском и переводят на другой язык. و и логика кцат шона. И всегда переводят с немного другой логикой. Зе килти насу литаргем биту и руси лейврит. Вот представьте, когда какую-то э, поговорку русскую вы перев, пере, постараетесь перевести на иврит. Ледугма. Бедюк. Авуда лё зеев, лё иврах, лё яр. В работа не волк в лес не убежит. И Теперь некоторые люди, дети наши в основном, которых первый язык иврит, посмотрели удивленными глазами и не поняли, что это значит. А за машмаучила

Басурот млеимбах ملي, ибраизмами. Uh, мы не будем сейчас эту пословицу разбирать, но я хотела вам показать пример, что uh, напис... uh, написание Нового Завета полно таких uh, ибраизмов, фраз ибраизма. Везе умерще ש... каниреми штамшу баэзешу текст, что котву мемлим шел Иешуа, в Ахарем и, скорее всего, они использовали какой-то текст, написанный со слов Иешуа, и несколько предложений не смогли удачно перевести. Но мы слышали, что Иешуа говорил на арамейском, и но ну, арамейский и иврит практически один язык очень похож. И еще кое-что в первом веке, когда евреи ожидали пришествия Мессии, сегодня тоже евреи ожидают пришествия Мессии. В 13 провозглашении Рамбама один, из... один из них говорят, я верю полной верой в пришествие Мессии.

И гения в международных отношениях. И в экономике. Чтобы каждый еврей сидел на вилле, в гараже у него была своя Феррари. А на работе у него все делал робот. Но этот Машиах, он полностью состоит из крови и плоти. И результат таких мыслей — это полемика между еврейством и христианством на протяжении двух тысяч лет. Но если мы посмотрим на то, чего ожидали от Мессии 2000 лет тому назад, он был очень божественным, так же, как наш Господь. Но сегодня нам нужно понять, что божественность Иешуа Невозможно понять человеческим разумом. Можно, естественно, принести э, огромное количество доказательств из э, священных писаний. Но наша природа, испорченная природа, всегда каким-то образом отверж, отвергнет это. И если бы не откровение с небес, то очень сложно понять это. Это то, что Ишуа сказал Петру. Помните, что Ишуа сказал Петру? Не плоть и кровь открыли тебе это. Но Отец мой сидящий на небесах.

И если бы не откровение, «А не умер, галут, охазон, я говорю про откровение на уровне видения, шераити, которое я видел своими глазами, шили, иргиш, и его прочувствовал все мое тело. Я бы не смог это принять. Но из-за этого откровения я это принял. И это намного меньшее благословение, чем те, которые поверили, не видя видения. И у нас есть такие тоже. Но это огромное благословение, которое дал нам Бог, что мы узнали и поверили. И когда Матвей написал свое Евангелие, он направил его в основном к евреям. Например, он не использует такие слова, как Царство Небесное. Царство Божье. Лама. Почему? Потому что он не хочет лишний раз произносить имя Бога. Он говорит наоборот, Царство Небесное. ואנחנו רואים שכל הכיוון שלו זה במיוחד ליהודים שדיברו ביוונית. (אומר בערבית: זה מאוד מתאים לנו כשמדברים ברוסית.) אז הבשורה הזאת היא טובה לאלה שמקור השפה שלנו הוא לא עברית. (אומר בערבית: זה לא עברית.) язык первый не иврит, очень подходит это Евангелие. Ликро. Давайте начнем читать. Аз, а не немца, ба, Матай, я перекрещен. нахожусь в книге от Матфея, первая глава. Спик, улай, шебу, абань, а, сколько успеем, столько успеем. Может быть, я продолжу на следующей неделе. Но здесь этой äh, проповеди есть название. С пепла в царство. Afar, с пепла. Что-то очень низкое. А тахат реглейну. Пепел и брак под нашими ногами. В царство. это о родословии Иешуа Мессии. И сейчас вы поймете, почему. Сефер Хаюхасин, Шел Иешуа Машиах, Бен Давид, Бен Авраам.

им Давид, вы им, Авра, им, им Авраам. С Давидом и с Авраамом. Лукас, он утен бихлял, юхасин ададам. А, Лук, Лука, он прослеживает родословию до а, Дама. А Лукас катав ютер докторат Миашер Басура. Но а, Лукас, Лука писал в основном больше похоже на докторат, чем на благовестие. Ве, ве Матай,

لكرو, پسو كرشون, پسو كرشون. مدавيد, بن دавيد, بن Я прочитаю только первый стих и последний, и мы поймем, почему здесь говорится про сына Давидова и сына Авраамова. дорот Давид, Бавел, дорот. 17 стих и так, всех родов от Авраама до Давида 14 родов и от Давида переселения в Вавилон 14 родов и от переселения в Вавилон до Мессии 14 родов. Мы учим, что если мы переворачиваем слово Давид, в, скажем это слово, в численном образом. Далит два в далит. Далит два в далит. А за нахну мы из пар арбаесре. То мы получаем число четырнадцать. В ба роша ягуди. В, тё, в еврейском в еврейской голове. А арбаес за шева в шева за козе шлемут чела четырнадцать состоит из семь плюс семь. Это умноженное двойная двойное, двойное совершенство.

Я бы не хотел, чтобы такой человек, как Давид, был частью моей общины. Знаете почему? Он был э, изменник. Изменял жене, в смысле. С точки зрения... Он был очень жестоким человеком. Конечно, мамина, льви, Рак Рахмилазе, у богат, у арага. Так чего? За Холом Ралеру, Экилайни. Пророк. <реку> верующий, но прилюбодей убийца. Это просто страшный сон для лидера общины. Но мы видим, как Бог берет Давида и делает из совершенства полное совершенство и обещает ему, что от него придет мессия, с пепла и праха, На самое высокое место в царстве бен и тут написано машиах сын Давида сын Авраама но почему авраама Авраам это совершенно что-то другое у него тоже были проблемы что два раза он проигнорировал свою жену помните два раза сказал это моя сестра

ты мой раб во веки вечный. И все принадлежащие тебе будут носителями вечного откровения. Через твою цепочку я принесу исцеление и искупление всему миру. И мы должны понять, что семья Авраама, Исаака и Якова, они несли в себе это откровение, что они это лекарство всему миру. Поэтому еврею в первом веке, если Машиах был связан с Авраамом,

Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Уду и братьев его. И здесь все uh, четко. Байות, и мы знаем, что у Исаака и у Якова были проблемы. אבל, יותר, Но более или менее вектор, вектор, но то направление, которое Бог дал Аврааму, они правильно поддержали это направление. А проблемы начинаются с третьего стиха. Когда хороший еврей слышит Авраам Исаак и Яков, он также хочет слышать несколько про матерей как мы на э, э, Седер Песах поем. Как мы поем? Шло, ша, Три аним, отца, абот, четыре арба, а, матери. Мы хотим слышать <coughs> имена четырех матерей. И здесь Матай, Бухер, Le banot, le shonot, а Матфей выбирает имена совершенно других женщин, не Сару, Ривку, Лею и Рахель. Он выбирает Тамар. Улокех, rut, в список заносит Раав и Руд и Бат Версавию э, <coughs> Батшеву. А эти четыре э, женщины были очень проблематичны. Опять я возвращаюсь к названию «С пепла в царство, в, к славе». С пепла в царство. Верни руце, что анахну мият квар над хили трагелле махшива. Я хочу, чтобы мы начали привыкать к мысли. Если в нашей жизни есть много пепла, это не значит, что у нас нет надежды. Если есть много мусора в жизни, и мы переживаем, живем в этом год за годом, мы не можем это игнорировать зохер, потому что хотя наш разум уже не плачет об этом, но все еще помнит. Адайн, анахну совлим, Мы переживаем, как если бы было что-то другое. История, Давайте посмотрим на историю. И давайте объединимся с этой мыслью. לווקטור של אברהם אבינו. Братца, אברהם, (אז כל העפר מתעלם ואנחנו נכנסים לכבוד. Изчезает, פסוק שלוש. (אז קוראים לזה) כתוב כאן: יהודה הוליד את פרץ ואת זרח מתמר. פרץ הוליד את חצורן וחצורן הוליד את רם. Иуда родил Фариса и Зару от Фамарии. Фарис родил Исрома, Исром, Исром родил Арама. На иврите написано Иуда родил Переца. Помните, у нас был глава правительства Шимон Перец? Фарис звучит более по-арабски. Но, Но Перец, как перец здесь Иуда написано, перец. что Иуда родил Переца. Метамар. От Фамария, Тамар. Перец Перец от слова прорвался. Что-то прорвать. Машу Что-то тебе мешает. Но ты проходишь. Ма Что прорвал фарис перец? Бо Давайте بسיפור. попытаемся вспомнить э, рассказ. و... Между Иуда и его семьей был конфликт. Брешит, и написано об этом в Бытие 38 главе. И و... в первом стихе написано, что Иуда... Что יהודה отделился от своих братьев. Так что, мишпаха хазака ломит парекет. Очень сильная семья не, э, разделяется. не разделяется. А скараша машу. Там что-то произошло. Много есть толкований на эту тему. А валькан катув бамилимиот написано здесь простыми словами, он оставил своих братьев, он отделился от них. И не только это. Он женился на ханани, хананьянке. Нельзя было это делать. Нельзя было. Не, не в семейном кодексе. אלה הם כולם ידעו ששבעה עמים שגרים בארץ חנן הם כולם מקוללים והם מקוללים לגמרי כאילו אלוהים Цива, филу, ахарей, кулам. А, они прокляты настолько, что Бог Моисею повелел их полностью уничтожить и искоренить. و و و кулам и Авраам, Исаак, Яков все об этом знали. Почему Исаак настолько разочаровался и расстроился, что Исав женился на Хананьянке? здесь не Иса, а Иуда женился, взял себе в жены Хананьянке. А Там была трагедия семейная. И вот рождаются у Иуды три сына. ויש, ויש שם עיר ענן ושלה שלושה בנים של יהודה היא טרי סין היהודי כתוב עיר, איר, ענן, <עיר> ושלה. ענן ושלה עיר ענן היא שלה והם גודלים אני <עיר> רסטוט הוא מנסה לתת להם ערכים של אלוהי Авраам, он пытается дать им ценности и знания о Боге Авраама. Но все их окружение, включая маму, дают им другие ценности. Поэтому Иуда как будто кается, раскаивается. Иша Шеме И он своему сыну берет в жены Семитку. Тамар это еврейское имя, Семитское имя. Первый сын умер. Второй умер, который пытался жениться на Тамар. А третьего сына уже Иуда сам не хотел не на ней женить, потому что побоялся, что и третий умрет. И здесь Тамар трик, делает uh, такой фокус. Просто сценарий для голливудского фильма. Еуда, Она э, переодевается в проститутку и идет спит с Иудой, и от него беременеет. И когда Иуда слышит об этом, он хочет ее убить, даже не только убить, он говорит, сожгите ее. Добрый человек, наш протец. Сожгите ее. Не, ему главное ничего. Сарфота! А ее сжечь? Она не будем спорить, Юля. Мы не будем спорить, Юля. Сарфота! Ее сожгите. ממנו, а потом она показывает, что это от него ребенок. אומר, и он, он говорит, хорошо, ממנו. она более прав... она права, не так, как я. Alors, с одной стороны, ее поступок был очень страшный. Euro, она нарушила свою святость и пошла и со своим тестем переспала. Но а если мы заходим в ее голову, мы понимаем, что у нее была очень сильная вера. Авраам, она хотела принадлежать течению Авраама. И она знала, что она должна получить этого ребенка любой ценой. Она знала, как Яков любым способом получил благословение своего отца. И с этих отношений родился Перец.

Представьте, как, когда люди услышали про эту историю, как они все смеялись над ним. Это, принципе, Это просто прекрасный пример, как этот человек должен оказаться на приеме у психолога. И как психолог должен объяснить ему э, все, что его окружает. Но я не думаю, что в то время были психологи. Но Перец прорвался, он прорвал, прорвался через этот стыд. Он понял свою маму. Он понял своего отца. Он понял видение своего про отца, про дедушки, дедушки и так далее для улам и с этим он смог принести э, ребенка в этот мир им Вектор с вектором видением Авраама между нами тоже есть люди которые прошли в своей жизни очень большую боль возможно предательство не знаю что и это боль

<Связать в религию> Это... В Это не только uh, юридическое высказывание, что написано в Послании Галатам. <связать> в <религию> הפכו להיות בנים לאברהם. שטו יזיצ'ניקי צ'ריז ישוע עשתה לסנביה מאברהם. זה בעצם דרך ישוע להתחבר לווקטור של אברהם לעומת את כל הזבל שהיה אצלך בחיים לפני. את צ'ריז ישוע מפרי язычники стали принадлежать Аврааму, несмотря на весь мусор, который был до этого в жизни. Это и идолопоклонство. И весь этот Вавилон в голове. И все нечистые отношения. Но если ты как перец встаешь, אומר, Авраам, и говоришь, я принадлежу вектору Авраама. של имя שלי, имя שלי, Тамар, через веру моей мамы Тамар. Тогда ты прорываешься. От и, от, и у нас есть здесь мамы и папы, לישуа, которые привели нас к Иешуа, и физически, и не физически. Но если мы прилепились к этому, то мы восполнили в нашей жизни призвание Бога. И как мы поем в песне, что слабый скажет, я силен. И кто потерял направление, может сказать, я силен. У меня в этом в этой проповеди 17 стихов. А я начал, только третий закончил. Я продолжу на следующей неделе. Вы поняли направление. Есть три про, трое про отцов которые приняли вектор для полного искупления. Есть царь Давид, который был очень проблематичным человеком, но через свою веру в Бога он стал совершенным совершенством. И есть четыре женщины, которые сделали что-то невообразимое для того чтобы присоединиться к этому вектору. И все говорили, как такое возможно. В следующий раз мы будем говорить про блудницу Раав. И в священные писания ее определяют как Раав блудница.

Ванную комнату построить напротив балкона царя. Просто так так получилось. Дизайн модерни. Ей посоветовали по фэншую. дизайн мне Тель-Авива, северного Тель-Авива. Дизайн северного Тель-Авива. Так Послушайте. כתבי קודש מחזיקים דברים לפעמים ששוברים את הראש Иногда, пишут, אבל אנחנו צריכים להבין מה הייתה המוטיבציה понять, ואז חלש יכול להגיד אני חזק тогда, может, сказать, ולהגיד אחרי שאול и сказать, повторить за Шаулем. Отец, ты переводишь меня от веры к вере, от славы к славе. Я продолжу на следующей неделе, давайте встанем. Отец наш Небесный, я молюсь, чтобы ты впрыснул в нас веру и надежда, которая не постыжает нас. Отец, помоги нам и говори к нам к нашим сердцам. Дай нам укрепиться. Во имя Ишуа Мессии. Аминь.